Жители Хабаровска опубликовали в интернете петицию за отставку Путина. Ссылка, естественно, будет под роликом, но думаю, будет правильным, если я ее сейчас и зачитаю. Отстранить президента России Путина от занимаемой должности в связи с утратой народного доверия. 20.07.2020 года президент России Путин указом отстранил от занимаемой должности всенародного, выбранного народом большинством населения Хабаровского края, губернатора Хабаровского края Фургала Сергея Ивановича с формулировкой в связи с утратой доверия. Мы, жители Хабаровского края, да и всей страны в целом, считаем, что дело, которое следователи завели на Фургала, сфабриковано от начала и до конца, и что реальной причиной возбуждения уголовного дела и спешного снятия его с поста губернатора Хабаровского края является то, что президент России Путин элементарно испугался прямой и честной политической конкуренции на выборах 2024 года. Также причиной для сфабрикованного уголовного дела может являться то, что президент России Путин лоббирует интересы олигархов, Ротенбергов, а супруга Фургала Стародубцева является держателем 25% акций завода «Амурсталь». При посадке ее мужа, губернатора Хабаровского края Фургала, на нее проще осуществлять воздействие в плане продажи оставшейся 25% доли завода ставленнику Ротенбергов Бальскому. Также на явную фабрикацию уголовного дела указывает, что адвокат Фургала Богомяка абсолютный ноль и специально не защищает своего подзащитного. Также на явную фабрикацию уголовного дела указывает тот факт, что все заседания суда проходят в строго закрытом режиме. Также на явную фабрикацию уголовного дела указывает тот факт, что основной свидетель обвинения, бывший бизнес-партнер Фургала Мистрюков Николай, был помещен в СИЗО в ноябре 2019 года. И по сей день ему из раза в раз продлят арест. Так написано, продлевают, видимо, арест. Хотя суда еще не было. А состояние его здоровья резко ухудшилось. После помещения его под стражу, у него нашли рак, и он ослеп на один глаз. Президент России Путин предпочел не обращать внимания на протесты граждан против ареста народом избранного губернатора Фургала. И банально неделю делал вид, что он не в курсе событий, не обращался к народу с экрана ТВ и вообще только крутил ручку в эфире. В связи с вышеизложенным, мы, народ России, считаем, что Путин не исполняет в полном объеме взятые на себя обязанности президента России, не реагирует должным образом на народ его выборов, отстаивает интересы группы олигархов, а не своего народа, который якобы его выбрал большинством голосов. А значит, президент России Путин утратил доверие народа, его выбравшего, и должен быть отстранен народом от занимаемой должности в срок до 2.09.2020 года. Мы считаем, что должны быть досрочно проведены выборы президента России, и за руль управления страной должен стать честный и ответственный человек, не боящийся своего народа, а уважающий и любящий его, как отец любит своих детей. Отстранить президента России Путина 1.09.2020 от занимаемой должности в связи с утратой доверия народа России. Провести досрочные выборы президента России. Ссылка, как я сказал, под роликом. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?